Котлетки. Надо это добавить. Ну, я видите, чтобы не сгорел, чтобы покурить. Не бойтесь, что столько много масла, можете меньше. Я все на глаз, видите, все на глаз делаю, без всяких там рецептов. Сам все выдумываю, все сам уже просто потом знаешь уже сколько чего надо. Красота получается. Сейчас ту сторону обжарим и закроем крышкой. Смотрите, сильно не стал жарить. Ну, вот так как-то. Так, что у нас тут-то? Да все, уже можно выключать, она дойдет. Уже не волнуйтесь. Потом еще можно чуть-чуть воды долить на крайняк, если не дойдет. Ну, дойдет. Я уже много раз для рыбы варил. Главное, мешайте. Я говорю еще раз, мешайте. Вот я отвлекся. Видите, пригорело, блин. Все, надо убирать, зараза. Ну, да эту не сдирайте, она горелая будет. Видите, как это? Надо следить. Надо следить, я еще раз говорю. Все, убираем. Вообще убираем пока. Угу. Так. Закрываем крышкой, она дойдет. Я говорю, почему видео я в тот раз варил, мешал. Там камера не запотела. Все, можно теперь еще чуть-чуть кетчупа. Кто-то муку может засыпать, там любит подлить, кто-то еще что-то. Я кетчуп люблю маленечко. Все. И еще соевого соуса, наверное, ложечку. Я говорю, если будет соленая, она все равно перловка, видели, вообще не соленая. Поэтому ничего страшного. Даже пару ложек еще можно. Ничего страшного. Хорошо вот так размешаем. Ну все, ребята, когда крышкой закрываю, потом в конце только покажу, что вам говорить-то уже. И так все понятно. Все обжарились с другой стороны. Также минуток. Ну сколько она? Минут 5-10, смотря. Я говорю, просто убавлял. Все это хорошо сейчас здесь пропитается. Разветывается. Ну все. Не буду вас отвлекать. А, ролик утром выложу, проснусь, когда, потому что я сонный, как муха. Все, концовочку покажу. Блин, еще все это мыть, а завтра вымою. Так что тоже не парьтесь. Ну все. Вот такая красота получается. Ну, можете еще что-то сюда добавить. Я говорю, там хмел есуны или какие-нибудь. Куркуму я мало сыпал, я не знаю, что это такое. Это вот они котлетки, видите, насколько они ужарились? Потому что я заснул. Лег полежать, включил Женин канал, не помню, что там. А, по-моему, хей из рыбы, что ли, там мы совместно, поэтому мне нравится хей из рыбы. Перепелов еще мы совместно снимали, мне нравится. Ну, мне нравится, как она сама снимает, ну, как бы, видите, насколько были какие большие, блин, зараза. Ну, ладно. Ну, как-то так. Так что следите, будильник ставьте, если что, так ночью будете готовить.